Крупное подтопление произошло на территории частного приюта для животных «Домашний» в поселке Измайлово. Около 15 вольеров оказались в зоне прихода большой воды. Собак сразу перевели на безопасную территорию. К устранению аварийной ситуации оперативно подключилась администрация и коммунальные службы муниципалитета. Нас затопило очень сильно. Мы обратились за помощью в администрацию, в торсервис. Нам сразу помогли, откликнулись, привезли помпы. От МЧС выпросили сначала маленькую, вторую мы прикупили, сегодня привезли третью большую. Общими усилиями последствия половодья удается устранить. Мощная помпа качает 1500 литров в минуту. При помощи спецтехники дополнительно расширены и углублены траншеи для отвода воды. Уровень подтопления снижается. Смотаю верхнюю часть грунта для того, чтобы понизить уровень земли для протока воды. То есть, соответственно, вода выше не поднимается, плюс-минус там 10 сантиметров играет, уходит вся дальше уже в естественную систему водоотведения через земельный участок соседний во враг. Специалисты коммунальных служб обещают, что в ближайшее время работы по устранению подтопления будут завершены. Галина Житкова, Маргарита Курова, Ольга Садовская, Видное ТВ.